Привет всем! Ну что, друзья, мы уверенно движемся к завершению конкурса. На основном канале уже цифра близится к 25 тысячам подписчиков, а это значит, что скоро будет розыгрыш серебряные монеты. В этом видео я покажу также серебряные монеты, так как в одном из видео и на канале Виолити, и у меня я рассказывал по знаки по восточному календарю и как их можно хранить и довольно прикольно собрать коллекцию. В этом видео сейчас я покажу. Вот смотрите, у меня я раздобыл для обзора, ну в принципе такой есть и на продажу один, футляр для монет знаков по восточному календарю. Вот так вот он выглядит, довольно интересный. И, собственно, как вы знаете, монеты из серебра вот так вот пакуются в коробочках. Давайте я вам покажу. Вот я несколько то, что у меня есть в наличии. Покажу, как они размещаются. Знаки абсолютно разные, и у каждого монетка, каждая по-особенному выглядит. И мы видим, что они очень красивые. Лубочный стиль, как я уже говорил. И они, собственно, размещаются в капсулах. Вот год кота очень мне нравится, красивый 11-й год. Давайте я вот так вот. Кстати, как мы видим, здесь есть специальные такие веревочки, за которые можно с легкостью доставать монету. Да? Если это видно вам сейчас. Вот год кота. Цены на вот эти монетки, которые есть. Кстати, для сертификатов есть тоже специальная такая штучка, туда сертификаты все достаются, размещаются. У всех монет разные могут быть спрос, интерес к ним, и потому цены тоже разные. Вот, год коня. Мне нравится то, что так красиво размещаются камушки. Я показывал уже год крысы, там где алмаз. А тут у нас циркони. Размещаются чуть-чуть дешевле. Монета за счет там, того, что немножко там, и другой камень, и... Ну и другой знак зодиака. Много кто хранит именно в таком формате. Так, это у нас тигр. Сейчас уберем. Тигр тоже классный прям. Смотрите, тут у нас два камушка. В отличие от коня, да? Обалденно просто. Очень красивый. Я какой-то не делаю обзор в плане красоты, что мне больше всего нравится. Вот, ну хотя такой топ тоже можно составить. Кстати, напишите, если у вас есть в коллекции такие, напишите, какой топ конкретно для вас. Вот бык, обалдеть, гляньте, какие красные глаза. Вот он сделан как. Везде сертификаты, подтверждающие содержание серебра, вес, камень, 2009 год. Оп. Так. Ну, у меня, к сожалению, сейчас не оказалось всех знаков в наличии. Ну, я думаю, это не проблема достать. Кот петуха, смотрите, какой красивенький. 17-й год. Так, вот они вот таким образом размещаются. Сертификаты вот так отсюда можно с легкостью достать и разместить вот. Пожалуйста, сзади оно будет тоже все храниться в одном месте, в одном кейсе, удобно. В принципе, закрывается. Смотрите, как, а? Бархатный такой футлярчик. Перевернуть. Оп, и они не выпадают. Гляньте, видите? В целом, мне кажется, такое, как самому собирать, как на презент, офигенный подарок. И действительно интересно собрать полную коллекцию и радоваться себя таким вот подарком, побаловать. Вот. Ну что ж, друзья, если что, у меня есть возможность какие-то монеты доставать по хорошей цене, пишите мне в Telegram, ссылочка будет в описании, и вот такая коробочка тоже одна в наличии есть. Если кто захочет, могу вам отправить вот такой вот замечательный подарок, я даже рекомендовал его в двух видеороликах на своем канале. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ждем конкурса, как только 25 тысяч на основном канале будет под видео с тысячной банкнотой. Пишите комментарии, я разыграю серебряную монету в подарок. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем пока.